с вами канал Лавтрейн, и сегодня я поеду в командировку в Казань. Так, заходим в вокзал. Нам надо сначала купить билет. Идем на кассы. Касса дальнего следования. Нам надо дальнего следования, потому что мы едем в Казань. Так, ждем, пока нам откроют. Тут кто-то есть? Жалко, нету этих диванчиков. А, тут можно посидеть. Вот так вот. Так, хотя можно пока что на второй этаж сходить. Чё там? Не были еще. А, ну тут просто. Вот там кто-то зашел. Вот, все, идут. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда вы желаете приобрести билет? В Казань. Хорошо. Ваш поезд будет 524. Билет у вас электронный, бумажных мы больше не выдаем. Следите за табло и временем. Счастливого пути. Все, спасибо. Так. Так, а, табло. Ага, вот она. Сейчас не видно. 524, да? Путь. А, первый путь, вторая платформа. Так. Первый путь, вторая платформа, да. Все. Нам сюда. Так, первый путь. Тут какой третий путь. Значит, нам туда. Так. Так, ждем нашего поезда. Так. Это у нас гостиница. Вон на вокзале виднеется. Большая. Очень высокая. О, все едет вроде бы. О, все, приехала. Садимся. И едем. Путь у нас очень долгий. Все, мы поехали. Там у нас развилка на Москву была. Вон она. Так. Следующая станция у нас будет Бобров. После Лисок Бобров. О, пещера какая-то большая. Ну ладно. Так. Так. Там что, джунгли? Так, это джунгли? Да, опа-на. Там что-то есть. Это мы туда сейчас едем? Если мы сейчас налево завернем, то это мы туда едем. А, да, мы налево заворачиваем. Значит, мы едем туда. Мы в джунглях? Едем туда, значит. Все. Едем на Бобров, получается. Так. Ну... О, пути много. Много развилок. Так, ну, поехали дальше, наверное. Так, едем. Кстати, все вокзалы и... Раз, два, три. Так, все, едем дальше. Следующая у нас Таловая. Опа-на, мы на право почему-то тоже. А, ну да, точно, правильно. Так. У нас, повторяюсь, у нас все вокзалы реалистичные, все станции точно такие же, как и во всех городах. Так что да, старались. Мы едем в Казань, но, правда, я туда еду не в командировку. Точнее, наоборот, командировку, а не погулять. Но там есть очень много классных достопримечательностей.
жалко то, что я не буду в них ходить. Например, Кремль. Там очень большое. Там просто... Раньше Кремль, это был город Казань. Но это было очень давно. А сейчас город Казань в 2, а то и в 10 раз больше. Казань, она очень большая и очень красивая. Там такие здания все, как старые. Но там очень классно. Советую вам съездить. Я там был. Так, мы на Таловой. Ну, поехали дальше. Следующая станция — Новохоперск. Следующая станция у нас Новохоперск. Так. Опять мы застыли. Еще в Казани есть очень красивый дворец земледельцев. Там очень большое железное дерево стоит на входе. Там работают люди. Я тоже там работать хотел. Но это в будущем когда-нибудь. Опять мы застыли. Едем. А, все, едем, да. Фух. Я уже думала, что-то произошло. А, стоп, следующая станция у нас Новохоперск, да? Так. Угу. Что мне говорить? Я не знаю, о чем поразговаривать, потому что... Опа-на. Это что это? Это Новохоперск? Так, ну-ка. Вроде бы это Новохоперск. О, мы теперь на левый путь свернули. А потом свернем опять на правый. Все, мы в Новохоперске. Ну, не будем тут тоже выходить. Поедем дальше. Так. Следующая у нас станция Поворино. Ну, посмотрим, мы там выйдем или нет. Ну, если там будет большой вокзал, то мы выйдем, конечно, посмотрим. Так что вы можете посмотреть все эти вокзалы, на наши вокзалы и на, как сказать, настоящие. Так, кстати, если бы мы уехали с Лисок назад, то мы попали в Адлер. Но в Адлер нам не надо. Нам надо в Казань. Красиво, мост. Бамбук. Река. Арбуз. Долгий мост. Река у нас Хопёр была. А это у нас типа... Это просто продолжение её. Ну, большое. Это у нас КПП. Так. Что-то мы в одних джунглях и в одних джунглях. Когда мы уже приедем на Поворино? Поворино... А, блин, я думала, мы уже на Поворино приехали. Я уже обрадовался. Так. У нас будет в этом видео вот две части. Вот это вот у нас первая. О, кстати, Поворино. А вот она. Это развилка на Москву. Вот она. Ага. Так. Увидим, посмотрим.
Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 326 Новороссийск Терм отправится в 12 часов 55 минут с третьего пути. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Спасибо за внимание. Интересно, все точно так же во всех вокзалах. Зайдем-ка в киоск. Так, что тут у нас есть? Здравствуйте. Так, что у нас тут? Здравствуйте. Можно мне курица, наверное? Пожалуйста. Так, она ее готовит. О, курица. Все, спасибо. Все, едем дальше. Ой, курочки поели. Так, у нас... Это у нас развилка на Волгоград у нас пошла. Так, следующая станция у нас будет Балашов. Ну, тоже, наверное, на ней выйдем. Там вроде бы должна быть... Большой вокзал должен быть. Очень красивый. Так что обязательно на ней выйдем. А пока будем опять ехать. Самое скучное в поезде – это ехать. Но все равно там интересно. Максимум в окно посмотреть. Но все равно, ездите на поездах. Это хорошо. И далеко. И удобно. Вот. И быстро, и далеко. Точнее, ну, удобно. О! Что это? Переезд. Классно. Так. Угу. Кстати, напишите в комментариях, кто отвечает на опросы, поставьте плюсик. Ну или лайкните видео, так легче будет. Так. Лес. Лес. Овца. Корова. Переезд. Еще когда едешь на поездах, очень классно на переезд смотреть. Там машины так проезжают классно, а ты такой едешь, кайфуешь. Ну, короче, классно. Потому что еще очень хорошо выходить на станциях, когда ты едешь, долго едешь, а потом вышел, подышал свежим воздухом, там что-нибудь еще поделал, попрыгал, кости размял, короче. А то лежишь, сидишь постоянно. Ешь, сидишь, лежишь. И смотришь в окно. Вот. А так в поезде вообще очень удобно, классно. Вот, да. Не понимаю. Так, тропический лес. Чего мы так мерили? У нас техническая остановка. О, ой, все. А, вот да, все. Ой, наконец-то. А, река. Еще одна. Очень много рек как-то. Так, вот она. О, там, да, вот тростник. Ладно. Я уже хочу прибыть в Балашов. О, ё-моё, вот это я отгадал. Это же Балашов? Да, это Балашов. Такая бирюзовая станция. Так, ага. Это у нас Балашов. Большой вокзал. Но мы поедем дальше, наверное, хотя. Давай. А то тут... Вот, всё. Ура, мы поехали дальше. Так, следующая у нас станция Аркадак. Название такое прикольное. Аркадак, как-то смешно. Так,
Ну, на Аркадаке, я не знаю, выйдем или нет. Да, наверное, не будем выходить, что там вроде маленькое. Так. Ну да, в Аркадаке там маленькое будет. Маленький вокзал. В Аркадаке не будем выходить. А вот после Аркадака у нас вроде бы Ртищево будет, там выйдем. Потому что там большой вокзал. Ну, красивый очень, я знаю. О, деревня. А, это Аркадак. Да, это Аркадак. Быстро. Пчелка. Пчелка. Две пчелки. Тут городок есть. Кстати, когда едешь на поезде, очень мало встречается городков. Почему-то в Аркадаке очень маленький вокзал. Там просто как три домика поставили вот так вот и все. Ну ладно. Все вокзалы хороши. Да-да. Вот, про что я хотела-то сказать-то. Вот когда едешь на поезде, очень мало попадается городов. Ну, там городов, деревень, поселков. Там много всего, но это попадается очень редко. Если это попалось, повезло, потому что можно посмотреть на эволюцию людей. Потому что когда едешь, скучно иногда становится. Что-то мы от Аркадака не можем отъехать. Я еще его вижу. Сейчас буду не видеть, походу. О, о, поехали, наконец-то. Так, это что там? Это море? Или что это? Опа, это озеро или... Да, но это озеро, река. Это озеро, в которое протекает река, походу. Ну, это река, значит, потому что тут течение есть. Так, следующее у нас получается Ртищево. Выйдем на Ртищево. Ой, свинья. Мы чуть свинью не задавили. Так. Опять река. А, это от той реки. Ну, короче, это одна река получается. Нифига там загогулина. Сначала вправо, потом прямо, потом прыгать на каких-то этих трамплинчиках. Как американские горки. Оп, оп, оп. Ой, дождь пошел. Нет. Надеюсь, он грибной будет. Закончится очень быстро. Грибной. Не вправду грибной. Это Ртищево. Ртищево, Ртищево, Ртищево. Наконец-то. Я приехал на какую-то станцию, на которой можно косточки размять. Ну, мы тут выйдем, не будем быстро. Точнее, наоборот, быстро. Так, ну что тут? А, я понял, что это такие. Так, зал ожидания. Касса. Ну и все, в принципе. Все вокзалы одинаковые почти, блин. Ну ладно. Поехали дальше. О, повечерело. Нет, я не хочу вечер. Хотя, когда ночью едешь... Хотя, когда вот едешь когда ночью в поезде... О, это Ртищево. А, ой, Сердобск. Сердобск. Мы только что на Ртищево были. Я аж забыл. Так. Ой, это Пенза. Это Пенза. Все, мы тут ночевать будем, потому что я уже задрался ехать. Не хочу ехать больше. Переночуем, а потом поедем дальше.
Надо всегда ночевать день. Так, поехали дальше. Особенно, когда едешь в вагонетке. Подземный переход. Нам туда, потому что там был вокзал. По логике мы должны в нем переночевать. Ну, не в вокзале. Так, где тут? Вот сюда нам? Да. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. На сколько ночей желаете заселиться? На одну. Так, хорошо. Ваш номер 2. Проходите, пожалуйста. Все. Идем в наш номер. Наш номер 2. Так, это первый номер. Это второй номер. Так, ремонт. Понятно. Мне кажется, они просто не достроили. Я честно говорю. Это что это? Обувь почистить надо. Бочки. О, у нас красивый вид из окна. Прям на башню. На... Все, идем спать. За все время... Уважаемые зрители нашего канала, мы благодарим вас за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нам будет очень приятно. Спасибо за внимание.